Состав своего ЗАГС-собрания в шестой раз на этих выходных обновила и студенческо-туристическая столица нашей республики, город Карачаевск. Свои списки кандидатов на 20 депутатских мандатов городской думы выставили 4 политических партии. «Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ и «Коммунисты России». За волеизъявлением жителей града в вечной юности следил и наш корреспондент Ахмат Халкечев. Возможность реализовать свое гражданское право горожанам обеспечивали 17 избирательных участков, которые открылись ровно в 8 утра первого дня голосования во всех 6 населенных пунктах Карачаевского городского округа. Свою работу участковые комиссии, как и по всей стране, на этот раз начали с гимна России, что в свою очередь еще раз подчеркивает важность момента, ведь без учета мнения каждого сложно будет добиваться реального развития любой территории. Прям к 8 часам у нас уже были избиратели, они прям ждали 8 часов у порога, мы их запускали. Активность у нас хорошая, ну, к 11 дня у нас где-то, ну, процентов, наверное, 10-15 уже проголосовало. Хорошему настроению и высокой гражданской сознательности горожан в этот день в Карачаевске способствовала, можно сказать, и сама природа. Теплая солнечная погода так и зазывала всех выразить свое мнение на бюллетене для голосования. Каждый, кто пришел исполнить свое гражданское право и долг, предельно четко знает, какая должна быть обновленная городская дума и за что он или она голосует. За что вы проголосовали? За стабильную страну, за стабильную экономику и за будущее наших детей. Это самое главное на сегодняшний день. На каждом участке, помимо наблюдателей от самих политических партий, чистоту избирательного процесса контролируют еще и независимые наблюдатели от Общественной палаты республики. К концу завершающего дня голосования явка составила свыше 71%. Все политические партии прислали своих наблюдателей. Все наблюдатели работой участка очень довольны. Все очень организовано, и количество, получается, голосующих тоже очень радует. Как бы жители неравнодушны, и это хорошо. По итогам волеизъявления граждан мандата в городскую думу Карачаевска распределились следующим образом. 13 депутатских мест займут представители «Единой России», 3 представители партии «Коммунисты России», по 2 мандата у КПРФ и «Справедливой России». Ахмат Халкечев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.